«Секунды безопасности» – так называется акция, проводимая Щелковским отделом ГИБДД и 4-й роты ДПС. По словам инспекторов, в Щелковском районе участились случаи небезопасного перехода дороги на красный свет. Акция «Секунды безопасности» прошла на Пролетарском проспекте в районе пешеходного перехода возле остановки «Алмаз Холдинг» и на переходе на улице Талсинская. С пешеходами были проведены разъяснительные беседы. Полицейские тщательно рекомендуют участникам движения соблюдать ПДД, а родителям ежедневно напоминать детям о правилах безопасности. Такие мероприятия позволяют донести до граждан, что все-таки необходимо дождаться разрешающего сигнала с светофора, посмотреть, безопасно ли перейти дорогу, убедиться в том, что водители вас видят на дороге. Нарушения были замечены даже во время проведения акции. Жители, не стесняясь, переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. Штраф за это правонарушение составляет 500 рублей. С начала года зарегистрировано 57 ДТП, из них 7 случаев с наездом на пешеходов, 5 раненых и 3 погибших. Несмотря на то, что показатели ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, частые ДТП с участием пешеходов продолжаются, хотя несколько секунд ожидания могут спасти здоровье и даже жизнь человека.